Объемы добычи нефти на Тенгизском месторождении увеличатся на 12 миллионов тонн и составят около 39 миллионов тонн в год. Компания «Тенгиз-Шевройл» профинансирует два проекта по расширению мощности и управлению устьевым давлением на месторождении. Стоимость обоих проектов оценивают почти в 37 миллиардов долларов. Сейчас завершается проектирование, идет закуп оборудования и проводятся ранние работы по строительству основной инфраструктуры. К работе привлекли казахстанских поставщиков. Ожидается, что за все время будет создано примерно 20 тысяч рабочих мест. Как отметил гендиректор ТШО, реализация проекта позволит увеличить объем производства, обеспечить полную загрузку перерабатывающих мощностей. При этом первую нефть готовится получить к 2022 году. Реализация проекта позволит дополнительно добыть более 250 миллионов тонн нефти. Это до конца действия контракта, до 33 года. Но месторождение будет жить и после 33 года, да, довольно активно. В целом же эффект от реализации продолжится и после контрактного периода, и объем дополнительной добычи тогда составит 420 миллионов тонн. Если со ценами на нефть будет все более-менее нормально, то до конца контрактного периода Казахстан дополнительно получит около 120 миллиардов долларов в виде налогов. Финансирование будет осуществляться за счет средств партнеров. Плюс мы планируем часть заимствовать у международного кредитного рынка. При этом казахстанское содержание составит 32% от всех затрат в рамках проекта.